Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведьма Хельга, и сегодня мы продолжаем приоткрывать завесу тайны. Мы рассказываем вам немножко о том, как происходит прием у нас в парапсихологическом центре. В центре парапсихологии можно получить консультацию не только придя к нам лично, но и через интернет. Вот и сегодня к нам обратилась женщина через WhatsApp. Фотографию, конечно, мы ее вам не покажем по этическим соображениям. Она у нас лежит вот тут. И я сделала расклад, чтобы выяснить причину бесплодия этой женщины. С этим вопросом она к нам и обратилась за консультацией. Расклад получился очень говорящим. Вот посмотрите. Ведьма и нападение. То есть вот это совершается магическое действие, направленное на эту женщину. Это порча. Вследствие этой порчи произошло бесплодие и различные заболевания гинекологические, которыми, в общем-то, эта женщина и страдает. И как следствие, страхи, печаль, неуверенность, потери всякой надежды на обрести своего ребенка. В таком случае врачи не помогут. Здесь нужна ведьма. Вот и я проведу этой женщине снятие порчи и проведу ритуал на зачатие, для того, чтобы она концов обрела радость материнства, которую она уже ждет очень много лет.